Здравствуйте, 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 здравствуйте. Привет. Очень приятно. Это приятно. Народный гармонист. Ой, я России. В костюме надо было. Золотой десятки Геннадия Заволокина был в свое время. Очень знаменитый гармонист, профессиональный музыкант. Вообще так непривычно с поезда сразу. А гармонь-то, смотри. Тульская. Ну, уже, да, это побывавшая в деле. Побывавшая в деле называется. Она в 2009. 13 год. Опа! Опа! Передумали. Вот сидит душа знания, а начинаю петь страдания. Второй ряд, если он минорный, то смотри, вниз опускаешься, вот бас, аккорд, следующий тоника, бас, аккорд, потом идет доминанта, и возвращаешься обратно в тонику. Вот первый, только не сразу, попробуй нажать бас, аккорд, бас, аккорд, и, соответственно, разбегай меха. Так. И неправильно, вот он, первый бас, аккорд. Нашел бас и аккорд вместе. Теперь следующий нажимаешь, тонический аккорд. Потом доминанта. Основные аккорды мы с вами услышали. И возвращаешься в тонику. И ты нажимал одновременно. Теперь попробуй бас, аккорд. Вот так вот. Бас, аккорд, бас, аккорд. Бас, аккорд. И возвращайся в тонику. Вот она. Тоника. Бас, аккорд. Ну-ка, теперь субдоминанту попробуй фа мажор взять. Нет, самый нижний, вот он. Самый нижний. Да. Бас, аккорд. Ну вот, получилось. Наглядно показываю. Как правильно. А начинаю петь страдания. Мозг думал, я приехал, хорошо оделся. Руки, ноги, докуда спеть захотелось. Вот, и старинный песен. Куда бежишь, тропинка моя? Куда зовешь, куда бежишь? Кого ждала, кого любила я? Игорь Шипков, народный гармонист, золотая десятка Геннадия Заволокина. Думаю. Ура! 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 Ура!